Такое действительно впервые вижу в своей жизни. Долго задерживаться не могу. Тут везде муравьи под ногами. Прям рои. Смотрите, какой муравейник. Просто с меня ростом. Даже, по-моему, чуть-чуть выше. Да, даже, по-моему, чуть-чуть выше. Камера дрожит, потому что я постоянно топаю. Они заползают на ботинки. Вот, подойду поближе. Там просто миллиарды, наверное, муравьев. Вот они, видно, везде тут. Везде бегают. Нужно, короче, отсюда уходить. А то покусают. Очень не люблю, когда муравьи кусают. Конечно, говорят, это полезно. Но такого гигантского. И причем муравьи... Сейчас попробую найти, чтобы размер их показать. Очень-очень. Не по одной штучке, а где прям рой. Вот. Немножко отряхнулся, а то по мне аж начали бегать толпой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, встречали ли вы такие муравейники у себя в лесу. Может, кто-то и больше видел, но я вот никогда, сколько я ходил за грибами в лес, никогда еще такого огромного не видел. Интересно, что там происходит внутри. Ну, наверное, муравьеду здесь было бы пиршество, если бы они здесь водились. К такому лучше, если увидите, близко не приближайтесь и сразу смотрите под ноги. Если вдалеке увидели, сразу смотрите под ноги. Потому что они огромными прям реками текут. Вот здесь везде под ногами. Во все стороны от него. Ну, наверное, еду какую-то тащат в дом своим маткам. И, в общем, вот так. Кому не трудно, ребята, обязательно пишите комментарии, что вы об этом думаете. И нажимайте поделиться этим видео в соцсетях ВКонтакте или где-то. Думаю, такое видео будут лайкать и комментировать. Камера сильно дрожит, потому что стабилизация никакущая. Надо будет себе купить какой-нибудь стабилизатор. В телефоне ее нет абсолютно. Так что извиняюсь за тряску. Ну и постоянно приходится перемещаться, чтобы муравьи не наползли на меня топать. В общем, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комментарии. И до новых встреч!